Гарди они напечатали в переводе. Гетто Рассел 78. Посмотрел вчера видео с новоприставившимся с черепом на сцене. По мне, абсолютное расчеловечивание, ничуть не лучше выкладывание фигур из тел погибших. Конечно, 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 конечно. Перед нами, конечно, представитель... Ой, внезапно. Алло, 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 алло. Блять, подождите. Сейчас прямо... Что это было? Алло. Да, Юрий Леонидович, здрасте. Что случилось? Юрич. Да нет, ничего, просто я тут немножко заканчиваю работу над новым альбомом. И как бы так сижу, слушаю и... Ну, хочется поделиться, но не знаю. По-моему, альбом неплохой, Олег, вышел. Слушайте, а пришлете, а? Хотел бы послушать. Нет, да, конечно. Мы вот сейчас на микс, кстати, к вам в Лондон отправили. И скоро будет мастер, и все нормально. Слушайте, я просто сейчас у себя в эфире, в прямом. Можете что-нибудь сказать моей аудитории? Могу. Чем все кончится? Ну, для кого-то смертью, для кого-то радостью большой. А для народа нашего? Для народа... Ну, насколько я, вот я сейчас в России, в Питере, для народа это все кончится. И это не закончится, это будут огромные... Просто огромный комплекс переживаний, нервика, трагичного какого-то осмысления мира, жизни. В общем, это не кончится. Ну, в смысле, никогда имеете в виду, да? А как же быть, как же жить с этим? А так и же, мы живем так тысячу лет, старик. Слушайте, ну мы жили нормально 5 лет назад. Ну, 5 лет назад нормально. Ну, для кого как. Я все-таки от России не отрываюсь. И знаю, что 5 лет назад для многих была такая же жопа. Ну, может быть, более, менее прыщавая, чем сейчас. И волосатая. Ну, сейчас-то гигантская все-таки. Масштаб другой, да, вовлечение людей в этот ад, да? Конечно, поэтому... Жопа расширяется, как черная дыра, вокруг которой мы крутимся, наша, да. Ну, с другой стороны, мне кажется... Ну, вот я вот сегодня бродил по улицам Питера. Вот кому-то интересно, кто сейчас не в стороне. Ну, люди мрачные. Грязище, то плюс, то минус. Кто-то смотрит в телефоны, мало кто улыбается. Все смотрят внутрь себя, как бы. Ты смотришь на прохожего, а он внутрь себя смотрит. Мне кажется, это неплохо. Ну, мне кажется, что вот начинает задумываться страна вообще, куда она вообще попала. В какую вот эту дыру? Не, ну задумываться-то можно, да, там, не знаю, сидеть, бухать. Да, что делать, как быть? Это ж главный вопрос. Ну, сначала надо подумать. Ну, ты же знаешь, Россия – это длинная география. И поэтому, чтобы подумать, это тоже нужно время, конечно. Конечно. Время нужно, да. Так все просто здесь не происходит, ты же сам знаешь. Да, конечно, но слушайте, все равно хочется верить во что-то, правда, непонятно пока во что, но ищем. И... Не, верим, да. Конечно, безусловно, но много людей, понимаешь, сейчас у нас замечательных людей и моих знакомых добрых, ну, которые... пытаются оправдаться как-то, оправдать убийство. Ну, какая-то у них борьба с своей совестью, она идет такая совсем неловкая. Они как бы, ну, пытаются жить, да, а чтобы жить, нужны ведь основания. И без философии даже
ну, для простого слесаря столяра тоже, но никак. В России никак. В России все философы в какой-то мере. И поэтому тут, конечно, идет какое-то сейчас какая-то волна попытки оправдания того, что происходит, и оправдания своей миссии на этой улице, в этой квартире, но в этой среде. А миссия, она такая, что мы все-таки я хороший, понимаешь, вот это главное. Да, это всегда важно, конечно, себя убедить, и это легко на самом деле, да, убедить это себя. На которой держатся россияне многие, вот я хороший, и все нормально, все, вот они плохие все. Так легче просто, так легче думать, ну ты же понимаешь, и поэтому, конечно, наши граждане, да, они должны это пройти. Вот это вот, вот это вот. Вот этот шторм под названием «Я хороший». А понимаешь, ну, как бы понять, что я плохой, найти в себе честность, и это очень сложно, очень сложно. Ну, я знаю тех, кто упивается тем, что я плохой, да, понимаете? Вот сидишь и говоришь, да, я плохой, вот там, и мне надо каяться, и вы вокруг каетесь, пожалуйста, и давайте все будем это самое. Тоже так, пионерская тема такая. Я не говорю о каяться, это все наивно. Угу. Когда раскаемся, помнишь, там были в нулевых, там мы там раскаемся, ну, это все... Да, 80-е даже, там дорога к храму ведет, да. Угу. Ну, все это, да, это все наив, конечно. Не кается, а просто, ну, я могу сейчас говорить, как вот эти гребаные политтехнологи со всех сторон, которые говорят, вот там нет критического реализма, там разума, там самокритики, того всего. Ну, это бред все. Жизнь гораздо интереснее и сложнее. И как достучаться до людей, вот, которые за, да? Вот передо мной это главная задача сейчас. Я вот... И передо мной, да, абсолютно. Вот как раз сегодня статью написал, вам сейчас скину ее, да. Ну, самое главное, мне кажется, если мы работаем не за границу, да, не на Западную Европу, где многие все понимают, где неограниченное количество информации, можно выбирать, а когда ты в России, ты должен, блин, ну, черт побери, прости господи, но Олег через любовь только с людьми разговаривать и даже с оппонентами. Вот мне вчера барышня, которую я знаю 100 лет, написала, что ты, сука, там то все такое сякое, ты же не Борис Гребенщиков, Шевчук, ты же там не Макаревич, ты же в Чечне был, там туда-сюда, как же ты можешь протестовать против... там, спецоперации и так далее, то прочее. Ну, этого очень много. Я ей говорю, проснись, родная, добра тебе и мира, подумай. Просто без любви никак. Самое, как апостол Павел писал, самое, ну, серьезная истина, сказанная без любви, есть ложь. И сейчас вот этого не хватает абсолютно в России, потому что в этом аду ненависти, которая здесь происходит, ненависти, подозрительности, всего, то сейчас вот только любовь, но любовь — это очень сложно. Олег, ты же понимаешь, это очень сложно. Слушайте, я вам прям реально пришлю свою статью, сегодня написал, называется «О любви». Вот ровно об этом, как совпало, удивительно. Да, конечно, конечно, совпало, но потому что ты молодец. Ну вот сейчас этого не хватает, но говорить. Да. Очень трезвые, честные мысли, но через любовь. Слушайте, а вот вы реально тоже вспомнили про Ханкалу, про свою? Юрий Ильич. Нет, не вы, мудаки, вы там сволочь, там, вы под пропагандой. Все это говно не работает. Это не работает в России. Нужно просто с другой стороны заходить. А Юрий Ильянович, вот вы вспомнили про свою Ханкалу, да? А поехали бы вы сейчас туда, к Вагнеру, условно говоря? Нет же? Нет, конечно. А почему? Вот разница, объясните разницу, это же очень важно. Фу, разница. Я сейчас до сих пор о ней думаю, родная. Об этой разнице. Потому что я сейчас
теперь я осмысливаю все, что вообще я прожил и сделал. Так же, как и мы все. Да, конечно. И здесь у меня тоже есть какие-то сомнения, и правильно ли я сделал то или этот поступок. Тогда меня рвало просто. И это было чувственное желание быть там, где херово. Но сейчас, я думаю, немножко иначе. И я уже более опытный чувак и понимаю, что есть смерть, война, жизнь и так далее. И что есть правда, что есть ложь. Но подождите, вы же не жалеете, не должны жалеть, что вы ездили тогда, потому что все-таки это и срочники, и другая война. Нет, все-таки. Я не жалею, Олег, только потому, что я оттуда приехал, абсолютно пацифистом, потому что я посмотрел трагедию страны, я посмотрел лажу властей абсолютно, просто беспросветную, просто говенейшее равнодушие к людям и с той, и с другой стороны, которое сейчас происходит, понимаешь? Да, конечно. И это мне дало очень много, по жизни 100%. Поэтому я, конечно, не жалею, и не жалею абсолютно. Я должен был пройти этот путь, этот опыт. Я должен был, конечно, его пройти. Я сейчас это понимаю, конечно. Ох. Слушайте, я не знаю, что добавить на самом деле. Давайте тогда действительно буду ждать от вас альбома, а сам пришлю вам свою статью «Сегодняшняя о любви». И хорошо. Спасибо, что позвонили. Прямо рад слышать. И не хватает вас, да. В поддержку, так сказать. Спасибо огромное. Да, и удачи. Привет там нашим всем. Спасибо вам. До свидания. Пока. Мира. И мира. Мира, конечно. Спасибо. Слушайте, я не знаю, что это было на самом деле. И простите меня, пожалуйста, я, наверное, позволю себе прервать стрим, оставив там не знаю что вместо себя, чтобы пойти покурить. Сейчас я ему прямо отправлю колонку, действительно, не сговариваясь, да, как совпало, как это все странно. Собственно, заодно, я думаю, пишите, что это, как это вы восприняли. Потому что, для меня это... Мы не так, чтобы много общались. Вот. И я впечатлен. Стрим получился гостевой, и мы не заканчиваем его. Вот. Да, я вернусь через 3 минуты, я пойду покурю. Извините.